мы сюда загоняем. Вольвешник сюда ставь. Так шмалять будет удобно, Белый. Война херня, главное маневры. Сил у нас драте каких мало. Ну что, может, посадим пару человек в кусты? Давай. Двое со стволами в кусты. Аппаратчик. Брат, ты прости меня за ту гранату в подъезде. А все в порядке. Еду. Приготовили стволы. Чел, тебе страшно? Очень. А мне как страшно? Может, их подстричь? Сначала я хочу видеть того, кто вчера со мной по телефону разговаривал. Если ты мужчина, иди сюда. Что? Урюк, иди сюда. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Твою мать! Белый. Рядовой Жураев! Два наряда вне очереди! Упал, отжался! Белый! Все нормально, это мой кореш армейский! Отбой, братва, свои! Хаванах, замочиху! И дурайство! Иди в доску. А я бы все равно постоял. Парик, а помнишь, как мы второе отделение сделали? Да, у них вратарь Махмудов был. Шикарный вратарь. Оп. Сейчас чебуреки продает на базаре, ко мне не пошел. Опа! Опа! Ладно, передай своим. По поводу денег обсудим. Через неделю Фарик будет не позже, хорошо? Баба! Баба! Лови Фарик! Ты вообще крутой стал. Я до сих пор поверить не могу, что тебя встретил. А ты тоже, Эмир Бухарский. Кроме алюминия чем занимаешься? Ты знаешь, на Востоке дел много. Так? Я к Артуру предложение от наших друзей вез. А что такое? Давай обсудим, что там. В горах есть плантации. Ага. Мак, хотим в Москву возить. А как хотите возить, курьерами, что ли? Курьеров ловят, везут мало. Хочется больше. На Кубани дура, парень. Постой. Опа!